передаем ей еще раз привет. Вот это наш именинник. Ну, в принципе, день рождения у него было вчера, но официально мы будем отмечать его сегодня. Потому что, ну, вчера мы отмечали в кругу семьи, а сегодня к нему придут гости, придут родственники, придут друзья. И вот он крутится, никак не может дождаться, когда же они к нему придут. Я хочу показать наш стол, что я приготовила. Ну, вот это именинный пирог с 8 свечами, как из мультика «Малыши Карлсон». Я сделала пиццу, потому что все дети любят пиццу. Чипсы, естественно. Чай заварила. Это салат. Что здесь? Курица, яйца, сыр, орешки и ананас. Нашла на канале Санга. Забыла, как называется. Я потом оставлю ссылку. Это морковный салат по-корейски. Пирог, но это я не пирог, а как чизкейк я купила в магазине. Но это я сделала сама, не судите строго. Украшена как умею, как могу. Напитки. И пойду покажу вам сейчас горячие. Здесь я сделала картошку пюре. Я ее закрыла в одеялко, чтобы она не остывала. Я сделала вот такую зажаристую курочку. Второй поднос у меня стоит в духовке. Я сейчас это тоже отправлю в духовку. Я поставила на минимальную температуру, чтобы тоже не остывало. И это я сделала макароны с сыром. Тоже дети очень любят. Пусть наслаждаются. Сейчас я тоже пиццу поставлю в духовку, чтобы она была теплой. Наш голубок очень любит купаться. Видите, раскрывает свои крылья, поднимает. Он всегда садится вот на вот это место. И мы уже знаем, если он туда сел, значит, он хочет купаться. Плитка, так что ничего, можно и... Он, смотрите, что делает, крыльями стряхивает, другое крылышко поднял. Вот это, кстати, правое крыло у него было поломано, это он у него не может загнуть. Он, видите, он прям туда хочет, чтобы ему наливали. А потом подняться не может от того, что такой тяжелый. Тима, что ты делаешь? Bath time. Купает голубя. Лужа на полу, конечно, но ничего, мы потом вытрем. Упс. Что, уже гости снижаются? Ага. Ой-ой-ой, Тима, там уже кто-то приехал, надо вытирать пол. Папа сказал, там кто-то приехал. Да. Давай все. Там? Да? Не знаю, посмотри в окно. В окно посмотри, да не в телефон, а в окно посмотри. Тима, is somebody coming? No, Ethan, no. Don't go closer. Burn the eyes. Противопожарный не зажигает. No, stop, stop. No. Ида, что ты хочешь, Дудь? Быстрее, горю, быстрее, no, горю. No, тебе нельзя. No, that's for Tima. Зажигай уже, it's okay, зажигай. Не ставь его. Ида, давай петь, давай петь. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Timo. Happy birthday to you. Он плачет, что не смог свечки задуть. Молодец, Ида. Счастливого Рождества всем, счастливого Рождества всем, счастливого Рождества всем, мы желаем всем вам хороших вестей, где бы не были вы, не доломи надежду, что Господь подарил. Возрадуйтесь вместе с нами и бойте Христу победить. Придите на поклонение царю всех царя. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tima. Happy birthday to you. Друзья, всем привет еще раз. Я извиняюсь за мой очень усталый вид, но я действительно за эти дни очень сильно устала. Сейчас уже думала ложиться спать,
уже все закончились наши праздники, закончились дни закончился день рождения, закончилось Рождество. Прочитала все ваши комментарии, думаю, отвечу всем завтра, буду ложиться спать. Но не могу, не удержалась поблагодарить всех вас за все добрые слова, которые вы сказали в адрес нашей семьи, в адрес моего ребенка, поздравляя нашего Тиму с днем рождения. Сейчас говорю, у меня просто слезы подкатывают к глазам, и мне просто приятно от всех тех пожеланий, которые вы высказали мне, моему ребенку, моей семье, Господь. Пусть вас Господь всех благословит, потому что это действительно для меня очень приятно. И вы не знаете меня, вы не знаете мою семью, не знаете моего ребенка, но вы столько тепла высказали, столько добра высказали в адрес всех нас, что у меня просто нет слов, чтобы выразить вам всю мою благодарность. Огромное вам спасибо за внимание, за участие, за пожелания, за просмотры, за лайки, за все я хочу выразить вам огромную благодарность. Устала я, конечно, за эти дни, как я уже сказала, и сегодня с утра у нас было служение в церкви, затем я пришла домой, мы приехали домой, и я начала доготавливать все то, что я не успела доготовить. Вы видели, я наготовила очень много, хотя гостей не так и много было у нас. У нас здесь, мой брат живет в этом городе, моя сестра живет в этом городе со своими семьями. Ну, кто-то, знаете, еще не женился, кто-то женился и с детьми живет в другом штате даже. Поэтому нет никогда возможности собраться нам всем вместе. Ну, и я рада и тому количеству, что мы имели, с кем мы собрались сегодня вечером в одном кругу. Мне было это очень приятно, что у нас есть такая возможность, что я здесь не одна. Затем, когда мы уже праздновали, к нам пришла молодежь с нашей церкви, чтобы поколедовать. Поздравили также снова Тиму с днем рождения. Потом ушли наши гости, нужно было все убрать. То, что не докушали, нужно было убрать в холодильник, помыть посуду. В общем, работы было очень много. Но я не могла лечь спать без того, чтобы не высказать вам всем огромную благодарность. Спасибо вам огромное-огромное. И еще что я хотела сказать. Я надеюсь, что вы досмотрите это видео до конца. Огромная ко всем просьба. Пожалуйста, не называйте меня на «вы». Особенно те, которые старше меня. Пожалуйста. Но не такая же я старая, чтобы со мной выкать. Да, я понимаю, что это из уважения, из того, что вы меня не знаете, как бы лично мы не знакомы. Но хочется, знаете, быть проще, хочется быть ближе ко всем вам. Поэтому, если вы не против, называйте меня на «ты». Я абсолютно на это не против. Я давно хотела сказать вам об этом, но как-то все забывала, не приходилось к слову. И сейчас вспомнила, и огромная к вам просьба. Я вам всем желаю. И вам всем советую, называйте меня на «ты». Хорошо, договорились? Кто услышал это пожелание, мое, мой совет, пожалуйста, напишите в комментарии, согласны вы с этим или нет, хорошо? И также, если вы хотите, чтобы в ответ я вас называла на «ты», кто с этим согласен, то, пожалуйста, давайте перейдем на более простые общения, кто не против, и будем общаться уже, на таком уровне. Я думаю, что я буду заканчивать этот влог. Дам вам немножечко передышку. Эти дни я выпускала свои влоги каждый день, потому что много было событий. На несколько дней дам вам отдых от меня. И сама немножечко отдохну. И я буду смотреть ваши влоги. Я буду наверстывать упущенное с теми каналами, которые я не просмотрела за все эти дни. Потому что, как я уже сказала, и как вы видели сами, я была очень занята. Но я наверстаю упущенное, просмотрю все то, что задолжала кому. Так что желаю вам хорошего настроения, здоровья вам и вашим семьям, чтобы у вас все было хорошо, чтобы все то, что вы пожелали мне, вернулось к вам в 100 раз больше. Так что всего вам доброго, желаю вам приятных каникул. Я думаю, что у ваших детей сейчас тоже каникулы, так же, как и у моих, чтобы они находились в безопасности, чтобы с ними ничего не случилось. Здоровья вам, всего вам наилучшего, всего вам наидобрейшего. Увидимся еще
и до новых встреч!